Никто так не умеет, да, я согласен. Только один человек. Ладно, продолжаем мой экскурс 20-летней давности песни. Однажды я вернусь с работы поздно, в глаза мои посмотришь ты серьезно, во взгляде том прочту вопрос упрямый: когда же мы поедем на Багамы? И мы тот час отправимся с тобою навстречу пальмам, солнцу и прибою. И через год, придя с охоты поздно, заметив взгляд твой грозный, я скажу: ну что с того, что я не брит и не острижен? Я все равно люблю тебя и нашу хижину. Когда ревет камин и в спальню дверь открыта, когда ты так очаровательно сердита. Охота тоже дело непростое для тех, кто любит килограммами жаркое. Но кому сырое мясо мило, тут мы возьмем, к примеру, крокодила. Кормить семью, и крокодилу надо, за мясо дома ждет его награда. И если он придет с охоты ночью, своей подруге точно скажет он: ну что с того, что ты не брит и не острижен? Я все равно люблю тебя и нашу хижину. Когда ревет камин и в спальне дверь открыта, когда ты так очаровательно сердита. Сберемся ночью на большую пальму, нам звезды светят так сентиментально. И крокодилы в заводе застыли, и остров замер, наслаждаясь штилем. Ну а под утро солнце возвратится, и нам придется с дерева спуститься. А солнце, взглядом пробежав по небу, луне, конечно, скажет от души: ну что с того, что я не брит и не острижен? Я все равно люблю тебя и нашу хижину. Когда ревет камин и в спальню дверь открыта, когда ты так очаровательно сердита. Ну что с того, что я не брит? Ну что с того? Я все равно тебя люблю, я все равно. Когда камин, когда камин, когда ты так очаровательна. Верил,
конверт со стихами сунув под дверь, спускался словно отец. Зажигался свет, и она, как прежде, с ворки окна. На ночь откроет. Привет. Спасибо. Тему продолжает Виктор Зайцев.